Добрый вечер всем, добрые зрители доброго канала, моя большая дружная семья, с вами Наталья, и немножко все обо всем. У нас новая выкинутая сука с новорожденными щенками. Вот такая у нас мама. Да, мама со щенками, с новорожденными. Да, да, красоточка, пойдем где Ляли, скорее пойдем. Вон, ползут. А вот она мама, да? У нас сюрпризы каждый день. Без сюрпризов мы жить не можем. Да, мамуля? Иди скорее. Иди к лялям. Иди. Ой, влакла на своем горбу будку, чтобы их как-то утеплить, застелить. Еще у нас выкинутая старая собачка. Вот такая у нас старая собачонка. Уже катаракты на глазах. Я даже знаю, чья это собака. Но вот не могла пока еще доехать. Узнать, почему собаку выкинули. Вот. Жила у пожилых людей она в семье. Я Жулю знаю очень хорошо. Вот. По какой причине собака оказалась в одной из деревень на остановке, я тоже пока не знаю. Очень хочу узнать эту ситуацию, эту проблему. Но сегодня, я надеюсь, мы доедем. Да, Жулечка? Да, моя девочка, да. Жуля. Ну, все. Не бойся. Очень боится машины. Видимо, на машине привезли ее и выкинули. Вся трясется. В общем, вот так вот. Вот так, да, плачет медная. Обязательно узнаем, что могло произойти. Вы увидите Умку, якутянку, Эрни, который переболел. Какие они стали. Пуся, так что дома у меня сейчас с Клёпой 14 собак. Да, это сложно, но это возможно. Хочу сказать искренне большое спасибо всем, кто откликнулся на беду Клёпы. Ждем назначения на КТ. КТ сейчас на ремонте. В начале декабря должны аппарат привезти, и Николай Николаевич нас запишет. И как только мы сделаем КТ, сразу, конечно же, выйдет ролик. Поэтому ждем начала декабря. Николай Николаевич прям вселил в нас такую надежду, что у нас все будет хорошо. Самое главное, что его лапа останется опороспособной. Для нас это самое важное. Также большое спасибо всем, кто помог нам в строительстве забора в приюте. Сейчас нам намного стало проще. Собачки у меня все на виду. А я могу спокойно убираться, спокойно передвигаться. Якутяне все поживают отлично, прекрасно. Все социализировались, адаптировались, кроме пока Оскара, но нужно время. Нужно время, я думаю, что она... Сейчас я его кастрирую и возьму временно к себе домой, потому что, ну, у меня социализация проходит отлично, у меня собаки все очень добрые, все друг с другом дружат, и я думаю, что Оскару здесь в домашних условиях будет намного быстрее, он пройдет социализацию. Бали уже потихонечку тоже гуляет, привыкает к руке, к ласке, это тоже замечательно. Мишка у нас вообще включил хозяина, вот. Такого прям сторожилу приюта. В прошлом ролике многие заметили, что у меня грустный голос. Да, девчонки, очень грустно от того, что я сейчас без машины. Это уже почти 3 недели. И пока машина еще в ремонте, так как доставка запчастей у нас очень сложная. Просто приходится из собранных денежек Клёпы и на питание брать, потому что в этом месяце мы забыли про неделю стольника, которая была с 10 по 17. Питание, я вам говорила, да, у нас обходится. Неделя это 19-20 тысяч. Плюс у меня бездомыши, я их не бросаю раз, два. А в неделю я обязательно езжу, их кормлю, потому что там собаки реально просто выживают. Собаки все дикие, но они меня ждут. Ждут, потому что... Там, где они обитают, их покормить некому. Плюс приют. Это 62 собаки. Сейчас уже второй месяц в интернет-магазине Вальберс мы заказываем корма по хорошим акциям. Но корма опять
премиум-класса, я не беру дешевые корма, потому что сытости собаки не получают от дешевых кормов. Нету сытости, нету ничего. Это, как я называю, силос. Поэтому про баланс, неплохой корм. По акции он сейчас 2 с небольшим тысячи. Мясопродукция обязательно. Я понимаю, что конец месяца, девочки, нам завтра опять покупать мясопродукцию, но финансов, к сожалению, нет. Ноябрь очень сложный, очень для нас прям сложный. Собачек я тоже не могу, зайков своих оставить без еды. Ну, поэтому как-то вот так вот, все очень грустно. Хочу сказать еще огромное спасибо фонду «Надо брать». Фонд «Надо брать». В сентябре месяце нам было передано очень большое количество лекарств, ветеринарных препаратов, которые приюту всегда жизненно необходимы. Хочу сказать огромное спасибо подписчице Элли из Германии, которая прислала игрушки ребятам в приют, ошейники, поводки. Такие очень хорошего качества германского. Элочка, огромное вам спасибо за заботу о наших пушистиках. Было очень приятно, очень радостно. Хочу сказать огромное спасибо Дине Милевских. Не хочу поблагодарить каждого из своих подписчиков, девочки. Уже каждого люблю, каждого ценю. Огромное вам спасибо, что с нами. Огромное спасибо хочу сказать Дине Кардашевой, которая постоянно нам помогает тоже финансами, всегда откликается на наш крик о помощи. Девчонки, спасибо огромное. Татьяна Съедина, Светлана Боякова, Марина Бойко, Испания. Всем-всем-всем прям сердечное, душевное спасибо. Галине, которая послала клепочки 4500. Девочки, я всех люблю, ценю каждого. Спасибо вам огромное-огромное. Но простите, что данный ролик опять с просьбой о помощи, но нам реально завтра не на что покупать мясопродукцию. Ну, нету, потому что какие-то финансы я откладываю клёпушки. Я не могу оставить мальчика без всего. И питание тоже у него сейчас отдельное я покупаю. Плюс пеленки, это упаковку я беру раз в 3 дня, пока мы ходим на пеленочки. Вот опять обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Не оставить нас в беде и купить собачкам завтра мясопродукцию. Да, я могу ее покупать постепенно, но она уже заказана. Заказано 16 коробок куриных спинок. Это каждая коробка 15 килограмм. В общем, нам обходится в среднем, это говорю, 19-20 тысяч. Больше мне некому обратиться. Я знаю, что вы моя большая дружная семья. И мы будем очень надеяться на вас и на вашу помощь. С большим уважением к вам, Наталья, приют «Твори добро». Спасибо огромное всем. Спасибо, что вы с нами. Всех любим и всех ценим.